Мы участвовали первый раз, в отличие от наших соседей, в том числе Российской Федерации, которая участвовала с 2000 года. Напомню, PISA проводится раз в 3 года. Мы показали достойные результаты, выше, чем результаты Российской Федерации, когда она участвовала в первый раз. Отличаются страны всегда, и эта тенденция есть. Первый раз они принимают участие или уже последующие разы. Как правило, прирост идет, потому что это не чисто энциклопедические знания или знания на предмет математики, на предмет литературы белорусской либо русской. Это интегрированное исследование, которое в виде когнитивного теста двухчасового, оно позволяет сделать вывод, насколько к окончанию базовой школы к 15 годам или средней учащиеся умеют владеть теми или иными компетенциями и преломлять их в свою жизнь и использовать их там в обществе, в коммуникациях и в других областях.